Всем привет! Это видео про лучшие плагины Figma, которые помогают работать с цветом. Первый плагин может помочь нам составить цветовую палитру. Для этого необходимо нам создать ректангл с необходимым оттенком. Выделив его, запустить плагин. Нам плагин предлагает несколько вариантов палитр, основанных на комбинации цветов по кругу Итана. Видео про цветовой круг Итана вы также можете посмотреть на моем канале, оставлю на него подсказку. Затем нужно выбрать одну из понравившихся палитр и нажать на кнопку Create. В рабочем поле появляется ректангл с выбранной палитрой. Затем вы можете занести все цвета в стиле и использовать их для своих проектов. Этот плагин создан для создания сложных сетчатых градиентов. Вы можете играть с градиентом с помощью мыши, создавая уникальный результат. И это все без сложного пользовательского интерфейса. Достаточно просто перетащить части самого градиента. В результате вы получаете высококачественный растровый градиент, который вы можете использовать в работе. Этот плагин также является плагином для создания меш-градиентов. В отличие от предыдущего плагина, здесь мы можем редактировать цвета точечно, подгоняя их под наши задачи. И в результате у нас также будет растровый градиент. Причем мы можем выбрать размер этого градиента. Grainy градиент – это плагин для создания все тех же меш-градиентов. Помимо того, что мы можем выбрать оттенки градиента, их расположение, мы также можем выбрать количество шума, который будет располагаться на нем. Супа-градиент – это просто находка, а не плагин для работы с градиентами. Помимо того, что с помощью этого плагина вы сможете в интерактивном формате определиться с расположением вашего градиента, в нем присутствует также огромная библиотека градиентов, которую вы можете редактировать непосредственно в плагине. А также внутри плагина вы можете получившийся результат сохранить в стиле. Этот плагин смягчает переходы в градиентах, делая цвета более чистыми, тем самым добавляя в работу аккуратность. Можно использовать готовые пресеты или покрутить кривую и сделать свой. Этот плагин автоматически сравнивает контраст между двумя выделенными слоями. А также этот плагин умеет имитировать 8 видов дальтонизма, благодаря чему вы сможете убедиться, доступна ли ваша работа людям, у которых проблемы со зрением. Ну а это топовый плагин, который способен решить проблему с перекраской иконок в формате PNG. Для этого вам нужно выделить иконку, вставить цифровое значение цвета и нажать на кнопку. И ваша иконка перекрашена. Таким образом можно перекрашивать абсолютно любые изображения в формате PNG. Ну и последний плагин создан для того, чтобы делать ваши градиенты более секси. Он добавляет в ваши градиенты дополнительные цвета, которые убирают грязь. Ваши градиенты становятся чище и аккуратнее. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если это видео было для вас полезным.